целый вице-премьер, ведущий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный президента. Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и в Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы последнее занимаете место. Какой я должен из этого сделать вывод? Это нетерпимо. Но есть образцы хорошей работы. Почему нет результата? Да у вас провал по всем направлениям. По всем направлениям. И при том не на 0,5%, а процент. Неделя срока внести предложение, ибо пойдете сюда сами работать. Я вас сюда посылал, по кадрам вы разбирались всю зиму. Я вас предупреждал о ситуации здесь, но ситуация не меняется. Мне эти обещания не нужны. Я поняла, Александр Владимирович. Им было сказано, в том числе и Доманевскому, не будет исправлена ситуация в течение года, будем принимать меры. Поэтому неделя срок. Вы, Анфимов здесь были, и будем разбираться и с вице-премьером. И с помощником.